Hello, beautiful. Теплый южный ветер хвостиком играет. Какой великолепный хвостик! Не оставишь ли мне перышко на память? Мы с тобой уже почти знакомы. Я тебя снимала 3 раза, когда ты сидел на заборе, на крыше, и этот третий. Насколько ты великолепен! Удивительно повезло сегодня встретиться с тобой, моя красивая птица. Какие перышки, какой носок. А уж про голосок и говорить нечего. Не хотел ли бы ты что-нибудь произнести на камеру? Какой красивый! Как всегда, нет никакого угощения. Я даже не рассчитывала на эту встречу, на эту прекрасную встречу. Совершенное великолепие разгуливает здесь по полянкам. Царская птичка. Я уж не знаю, что может заставить тебя открыть твой хвостик. Так, судя по всему, ты пошел кому-то в гости. Угу. Так. Прямо вокруг жилья разгуливает красивый павлин. Если ты спустился с того забора, вероятно, ты на него можешь и вспорхнуть. Мне бы еще запечатлеть твою динамику полета. И, конечно, мечта, чтобы ты открыл хвостик. Но у тебя нет такого сейчас настроения, нет такой задачи хвост раскрывать. Ну и за это спасибо. Нежданно-негаданно произошла эта встреча.
Мы с вами находимся в очень интересном месте. Это Кейп Канаверал. Город называется Коко Бич. И здесь многие соседства прикармливают павлинов. Они чувствуют себя привольно. Климат для них тоже очень подходящий. Их яркие голоса никого не смущают, потому что красота — это неземная. Они совершенно свободны. Нет, ну это что-то великолепное. Какая красота, эти перышки на спине, зеленые такие. Иногда нам удается встретить девочек с детками. А вот этот красавчик, ну просто не могу я им налюбоваться. Он живет по соседству. Вы уже видели хвост. Нет, не хвост. А можно тебя погладить? Скажи, а зачем? Видите, он спокойно относится к людям. Чувствует себя вполне хозяином. Они здесь разгуливают по улицам, как вы видите. И среди домов, среди автомобилей. Направляется куда-то. До новых встреч. Павлин.